Всем привет! 26 июня на турецком телевидении состоится премьера третьей серии турецкого сериала «Синий изгнанник». Ранее мы увидели, как Али сказал своему отцу, что он против продажи отеля. Но если ему действительно сложно справиться, Салих ответил, что изначально они зарабатывали хорошие деньги с этого отеля, а затем начнут открывать сеть отелей. Дефне позвонила Мурату и просит его приехать как можно скорее. Только когда он появляется в отеле, то должен делать вид, что они не знакомы. Когда Али находится на лодке, то неожиданно появляется Озан и стал благодарить его за то, что тот спас Дефне. Когда Дефне увидела Озана, то очень сильно испугалась. Ему известно о том, что она потеряла память, и Дефне сказала, что не помнит Озана. Али сказал, что они были на вечеринке на яхте Озана. Но Дефне продолжает уверять, что она совершенно ничего не помнит об Озане. Но он сказал, что они обязательно это уладят. Али говорит своему отцу, что они поступили неправильно. Дефне не должна была отсюда уходить с этим человеком. При встрече с Али Озан сказал, когда человек думает, что теряет то, чем дороже больше всего, то ему становится очень плохо. Али в разговоре со своим отцом стал говорить, что не доверяет Дефне. Салих ответил, что она гость Всевышнего и очень хорошая, такая же, как и Айда. Следите за анонсами ваших любимых турецких сериалов вместе с нами. Подпишитесь на канал и не забудьте ставить лайки.